В Самарском районе глава города объезжает все основные улицы. Благоустройству особое внимание. В целом с уборкой справились. У сотрудников муниципальной компании «Жилсервис» Олег Фурсов интересуется, как организована работа дворников. Люди говорят, условия достойные. Предприятие начало работу летом 2015 года. За это время все ходили в новую форму и оснастили техникой. В планах на ближайшее будущее – повысить зарплату. Вы должны с коллективом встречаться и четко людям свои планы рассказывать. В какие сроки вы планируете выйти на собираемость максимальную и, соответственно, в какие сроки зарплата будет у людей повышаться. Совсем скоро зима вступит в свои права. Рабочим придется трудиться на высоте, сбивать сосульки и чистить снег на крышах. Олег Фурсов поинтересовался, все ли прошли специальную подготовку. Специфику района вы же, я уже как понял, тоже хорошо знаете. То есть те моменты, где мы не можем сбить шестами высокие здания, где нет выхода, то есть, слава богу, закупили уже АГП, так, в общем-то, ну, гораздо проще стало работать. Самарский район – один из старейших в городе. Здесь каждый второй дом – зримая история. По просьбе жителей глава города проезжает в двухэтажку по улице Фрунзе. В 19 веке именно тут жил самарский градоначальник Михаил Дмитриевич Челышов. Сейчас дом в аварийном состоянии. Вот эта вот комната, вот этот угол не складывается. Потому что, видите, этот второй этаж. Там замыкание идет фундамента, да. Да. Судя по разрывам. Это здесь как таковой фундамент бутовый. Глава города дает поручение сотрудникам районной администрации исправить ситуацию. Надо это разбирать все, Максим Николаевич. Все это вывозить. Вода подмачивает фундамент, делать надо отмостку нормально. Ну вот, да. Да. И слив, вот видишь, тут стена, с этой стены льется. Значит, надо делать вывод, чтобы слив уходил сюда. Итоги инспекции Самарского района Олег Фурсов подводит на совещании. Глава города поручает составить конкретный план действий и назначить ответственных. Все замечания сотрудники районной администрации должны устранить в течение 2 недель. Олег Фурсов особо подчеркивает, нужно менять отношение к району. И диалог как систему взглядов на то, как должен выглядеть район. И мы должны это проецировать на людей, которые подчиняются нам, во-первых, а во-вторых, на жителей. Вот когда мы с вами этими идеями все заболеем, да, проникнемся, когда мы начнем город смотреть не с точки зрения, там, почистили, покрасили, все хорошо, а когда мы будем замечать там кривые деревья, да, так сказать, там, кривые заборы, и у нас будет сердце болеть, а как нам это исправить, тогда мы будем считать, что, наверное, мы с вами сможем что-то изменить кардинально в нашем городе. Работы еще предстоит много, и она уже ведется. При этом глава города настаивает на комплексном подходе. Нельзя останавливаться на решении точечных проблем. Нужно ставить более глобальную задачу – преображение всей Самары в целом. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.